Всем-всем здравствуйте, да? Что я вам несу? Несу вкусняшки. Печень мы сами сушили. Да, сами насушили печеночки. И вот такое вот лакомство получилось. Вот такие кусочки. Все ее очень-очень любят, да? Сейчас давайте я присяду с вами, товарищи, и буду вам раздавать. Всем-всем достанется. Так, да. Раз кусочек, два кусочек, три кусочек. Не волнуйтесь, всем будет, всем. Ну, когда я кого обделяла? Да, Ляля, а куда ты дел? О, посмотрите, маленькая, как вяленая, весь мешок схватила. Мал клок, да удал. Сейчас, сейчас, миленькие, не суетитесь. Так, надо этой козявке дать. Самая маленькая, самая такая, ух, пакет схватила. Бусик, держи, держи. Радулька, рододулька. Соболь, мне кажется, ты уже брал. Нет? Давай, тащи. Молодец. Вы посмотрите. Радочка, Радуля, держи. То ли потеряла, то ли утащил кто. Да? Рядышком будешь кушать? Конечно, и правильно. А то есть какие хитренькие, да? Утащили. У девчонки у нас. Феюшка, ты точно не брала еще. Залей, Соболь, вы так быстро ее кушаете, но ведь много-то тоже нельзя. Нельзя много. Давайте еще по кусочку. Так, какой у нас крупный товарищ. Залюша, ты так быстро лопаешь, ты кушаешь и никого не слушаешь. Смотрите, эта козявка что-то скажет, ты что там дают? Ты это скушай, малышка. Господи. Давай, куси, куси, никого не слушай. Соболь, ну-ка, ты хорошо поел. У малышки никто не забирали, чтобы. Хорошо? Мать, господин Зайков. Ну, это только молодец. Скажет, я рядом с мамкой, я под охраной. Да? Ты съела уже? Так, нет, все. Миленький, мне не жалко. Но печень, говорят, много нельзя. Может быть расстройство стула. Да. Так что все, вы уже по два кусочка получили все. Ну, не все, конечно, но... Кто-то покрупнее, по два получили, а кто поменьше, по одному. Так что все, малышня, печени на сегодня хватит. Доня, вот ты ничего не получила, мне кажется. Нет, получила ты вначале, ты просто в дом ушла, да? Вы посмотрите на эти мордули, ну вот как им не дать? Так, по-маленькому, по-маленькому, по-маленькому. Так, по-маленькому всем дам. Ой, господи, родная Донька, молодец, что сейчас, сейчас, сейчас. Буся, Вигуся. Милусик, Милусик, а ты где? Вот, молодец. Зайкин, Ляля, Соболь, Шей, Шихунь, на-на-на. А ты свой этот доедай, для тебя и он большой. Малышня, карандашня. Ну все, милые, сейчас точно хватит. Хватит, хватит. Идемте дальше жарить курицу. А, довольный, да. Нет, все, хватит, на следующий раз оставишь. Да, вот так вот. Нам много надо, да? Я знаю, знаю, что вам нужно много. Но хорошего помаленьку. Всем хорошего дня, прекрасного настроения.